Всем привет, меня зовут Макс Островский, мы на Динамо ТВ. И в этом видео нас ждет челлендж «Битва маскотов». Поподробнее. Четыре маскота, представители лучших разных клубов столицы, сразятся за звание самого крутого. И пять невероятных испытаний. Все это в этом видео. Это новый формат, будет интересно. Итак, пора начинать. Четыре маскота уже заждались, наши испытания готовы, но прежде следует представить наших участников. Встречаем первого. Он породистый, стремительный, у него мертвая хватка, а еще превосходный нюх. Итак, представитель гандбольного клуба «Скаминск» Скай. Ленивый от природы, но ради сегодняшнего дня он как следует взбодрился, а может быть и принял допинг. Встречаем представитель мини-футбольного клуба «Столица» Софтик. Да давай, ты уже! Следующий участник – хоккейный клуб «Динамо Минск» Зубрик. Мощный и точный. Итак, встречаем наш бело-синий друг, любимец взрослых и детей, представитель футбольного клуба «Динамо Минск». Я рад приветствовать вас на челлендже «Битва маскотов». И пришло время первого раунда булиты. Хоккейная клюшка, футбольный мяч. Трое маскотов стоят в воротах, один из них бьет булит. Все просто и так по очереди. Готовы? Поехали. Так, попытка Зубрика, он устремлен к воротам, готовится нанести удар, и Софтик отразил этот удар. Браво! У-у-у! Гай, Динамоша и Зубрик в воротах. Софтик устремлен, чтобы забить гол, но он пытается обмануть. Удар и гол! Радости Софтика нет предела. Следующая попытка у Ская. И нужен гол. Давай, давай, Скай! Зубрик и Скай. И Софтик накрывает. Но мяч все-таки... Они не сумели. И попытка Динамоши. Динамоша идет к воротам, выходит Софтик. О, обводка и гол! Динамоша, это было круто! Следующий раунд называется «Голодные игры». В центре поля футбольные мячи. Это добыча. Маскоты со своих баз бегут в центр, и кто больше мячей унесет обратно на свою базу, тот и выиграл. Итак, 3-4, поехали! Итак, у кого лапы больше, кто сумеет больше мячей унести на свою базу. Софтик использует и ноги. Зубрик. Много мячей сразу. Софтику ничего не остается, как только... А у Зубрика своя тактика в минус сопернику. Итак, стоп, игра, считаем мячи. 3 у Динамоши. У Ская 5 мячей. У Софтика 1 и у Зубрика 4. И побеждает в этом конкурсе Скай!
И еще один раунд пенальти по-американски. За моей спиной обычные футбольные ворота, но мяч из американского футбола. Все просто и по очереди. Поехали! Динамоша в воротах, Зубрик наносит удар и гол! Радость Зубрика! Гол, гол, гол! Софтик! Софтик делает разбег. Скай в воротах и это хитрый удар, но Скай... останавливает, делает это красиво. Излюбленная ленивая поза Софтика в воротах. Скай наносит удар. И мощно, но также и не то. Следующая попытка у Динамоши. Разбег, удар. Круто. Сильный удар, но где же мяч? А Зубрик все-таки поймал его, и это суперсейв! Следующий раунд – гандбольное испытание. Участники должны попасть мячом в мишени. Начинает Софтик, и он обещал сделать это красиво. Штангу. Свой удар готовится исполнить Динамоша. И это гол! Чистый гол! Динамоша молодец! Есть опасение, что Зубрик сломает ворота. И его мощный удар. Штанга. Ну что, Скай, гандбол это твоя стихия. Ты должен забить. Удачи! Есть! Точный бросок! И пришло время последнего раунда. Он называется «Пьяный фут-спринт». Маскоты опираются лапой на мяч и делают 10 оборотов вокруг. Ну а затем идут в ворота. Или бегут, так уж получится. Раз, два, поехали, крутим. Итак, маскоты уже побежали. Зубрик падает, но встает. Скай бежит вообще в другом направлении. А ближе всего к воротам у нас Динамоша и Софтик. И они вместе пересекают финишную линию. Это победа Динамоши и Софтика. Пришло время подвести итоги нашего челленджа «Битва маскотов». Все большие молодцы, всем спасибо за состязание. Ребята, вы невероятно круты. И Динамоша становится победителем. А дальше самое интересное – наказание. Динамоша, я тебя поздравляю, ты большой молодец, приятно стоять рядом с победителем. И наказание у нас футбольное, это расстрел. Сзади стоят проигравшие, но их довольно сложно узнать. Итак, первый удар Динамоша, и не повезло Софтику. Приятно, Софтик, за этим просто наблюдать. Зубрик и Скай в воротах, Динамоша, удар, и сразу цель. Ну что, ребят, последний удар. Динамоша бьет. Зубрик боится. Ох, и похоже, что Динамоша сделал это специально. Это был челлендж «Битва маскотов». Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. А еще делитесь этим видео в социальных сетях. Но на Динамо ТВ будут выходить видео с новыми челленджами, и нам нужны ваши крутые идеи. В
комментариях под этим видео пишите свое оригинальное задание, которое мы обязательно используем в следующем видео. Автор самого крутого получит эту майку. Всем удачи!